Выпуск находок, и сегодня я смог найти вот это, посмотрите. Вот, видите, телевизионную антенну, прямо с помойки. Я ее подключил, посмотрите, видите, она работает. До этого у меня вот такая антенна стояла, точнее, вот прямо здесь вот лежала, вот она, видите, которая на стульчике лежит. Я ее включил, когда нашел, проверил, работает. Вот сейчас я возьму пульт от телевизора. Опа, упала она. Ну, сейчас покажу. Я потом заделаю как-нибудь, видите, да? Так. Сейчас ему придется выровнять. Вот, посмотрите, видите, какая картинка. Алина Ермолаева. Тебе захотелось, значит, и мне захочется, так? Видите, вот достаточно работает. А вот антенна самой фотографии. Сейчас я вам покажу. Ловушка туристической базы и вот эвакуация. Итальянские депутаты пакуют чемоданы и едут в Турцию. Вот, видите? Вот такая мне антенна нашлась телевизионная. Именно на Украину. В Одессе отменили концерт Стаса Пьехи, и певец знает, по какой причине. Это, оказывается, послужило Ну, видите, конечно, так не очень. Что будет через полгода? Ну, правда, видите, потому что антенна, поскольку находится в помещении, он не очень хорошо все показывает. Ну. А первый канал вот так показывает. Ну, меня до этого вообще он не ловил. Вот звук хоть есть, слышно. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Всем пока.